всем привет. В общем, мы показываем наш маленький отдел, который тянет нас. Точнее, тот, который мы никак все не можем вытянуть, чтобы он хотя бы что-то зарабатывал. Так, в общем, мы занимаем вот левую часть помещения. Справа тут девочки с одеждой. У них такой хороший отдельчик. И мужское, и женское. Все такое интересное. Там с обувью стоят. А у нас всякое разное. Пряжи немного. В общем, я здесь второй день сейчас. Нужно будет все переставлять, все переделывать, потому что мне, как всегда, все не нравится, как на витринах. Но, если честно, тут действительно все бардак. Сергей Витальевич за мной уже приехал. Сейчас мы по-быстренькому заснимаем и едем домой. В общем, этот отдел у нас пока не зарабатывает. Он у нас год. Нам пришлось съехать с другого помещения. Отдел. Ну, кто смотрит вот из наволок, они знают, да, что это наволоки. Бывший эконом на Ульянова. Мы переехали теперь сюда, на спортивный переулок. Тут пятый, да, дом считается? 5А. Дом 5А. У нас не срослось с новыми владельцами помещения. В общем, нам выставили условия такие, которые мы не смогли бы просто выполнить. В общем, мы приняли решение, что мы переедем. Сейчас там на нашем месте тоже есть магазин. Понятно, что это там не мы. Поэтому, если кто-то еще не знает, то там сейчас не эконом. Там другой магазин. Поэтому вот кто приезжал в центр ко мне в рукоделие с претензией, что вы вот в наволоке пряжу не возите. Девочки, мы возим пряжу. И если у нас какой-то здесь нет, то звонят, просят, и мы из Кинешмы бесплатно привозим сюда. И уже приходят и в магазине здесь покупают. Понятно, что все не привезешь. И помещение здесь очень маленькое, и неудобное под витрины. Может, и так, и сяк их переставляли. В общем, как-то так. Я потом буду еще снимать. Мы все-таки надеемся, что отдел будет работать. Не все же мы будем без денег сидеть.